Всем привет, дамы и господа, с вами агент Фокс, и я продолжаю проходить Resident Evil 1. Что ж, ребятушки, продолжаем мы с вами продвигаться дальше по сюжету. Как вы помните, в предыдущей части мы с вами дошли до дома охраны. И вот теперь мы будем обследовать этот дом охраны. Вот. Да. Так, сразу хочу предупредить, ребята, что это уже не первая попытка записать эту часть, начало этой части нормально. Ибо видите, ребятушки, тут я на автоматизме привык вот подбирать любые предметы, то есть там боеприпасы, аптечки, травы и ленты. Вот. Сейчас, ребятушки, вот тут у меня по непонятным причинам FPS проседает, и вот я не знаю, в чем дело. Я думал, в кодеке, который стоит в настройках эмулятора PS1. Вот. Ну, а я изменил кодек, но ничего это не дало до большого эффекта. Вот, да. Так, тут пауки, я решил не тратить на них патроны и время, я решил проигнорировать их. Вот, да. Поэтому, вот. Что ж, ребята и девчата. Пока, ребятушки, скучно, пока особо рассказывать не о чем. Вот. Так что да. Что ж, сейчас мы с вами вот, точнее вот, я когда вот прошел дальше, я вот тут, ребятушки, решил, вот когда как-то вот загрузка прошла, вот я решил вот приостановиться, вот точнее вот остановиться, вот и выложить аптечку, ибо сейчас мы в казармах вот найдем много травы, и вот поэтому я решил. И вот почему я сказал казармах, ребята, а не дом охраны, а потому что вот предыдущая версия первого резидента, вот который я играл тоже на эмуляторе PS1 в 2013, вот в той версии локализаторы назвали дом охраны казармой. Поэтому вот. Да. Поэтому да, дамы и господа. Идем мы с вами, поэтому вот. Идем мы пока с вами идем дальше. Не знаю даже, что сказать. Вот. И вот еще, ребятушки, мы в этой части прохождения встретим новых врагов, которых ранее не видели. Вот. Но мы еще, ребятушки, вернемся в особняк. Вот. Но не в этой части, но вот, наверное, возможно, в следующий вернемся. Возможно. Да. Так. Вот тут у нас, ребятушки, три травы, три зеленые травы. И вот здесь, вот, да. Сейчас, прежде чем я смешаю их, я вот решил сходить вот за ключом. Вот от этой спальни, около которой находились эти три травы. Вот. И... Кстати, тут за цифровая панель. И вот я решил вот вывести ключ, который я видел вот, в баре. Или как он там называется. Так, ну-ка. Вот. И вот в будущем, ребятушки, нам... Точнее, вот в следующей части. Вот в следующей части у нас, ребят, босс. И вот там надо будет приготовить один химикат, который поможет ослабить босса. Так, вот здесь около двойных дверей иногда появляется красная трава, но ее почему-то нету. Не знаю почему, но иногда да, она реально иногда здесь появляется. Так, вот здесь вот, ребятушки, у нас нужный ключик от спальни. Вот, поэтому и все, идем дальше. Да. Так, вот... Так, сейчас вот я решил вот скомбинировать некоторые травы и осмотреть этот ключ. Вот видите, 002. И вот это ключ от той спальни, около которой мы нашли с вами три зеленых травы. Вот. Сейчас он нам пригодится. Так что сейчас, ребятушки, вот так вот мы открываем дверь. Вот. И... Вот, так, это, пардон, я не туда нажал. Сейчас заходим в эту спальню. И тут у нас
тут... Видите, тут вы можете взять карту дома охраны. Вот, да, я решил взять на всякий пожарный. Мало ли забуду, что... Так, ящик стал закрыт. Используйте отмычку. Да, вот я решил использовать отмычку. Вот, и бам, здесь у нас тут патроны для дробовика, что не может не радовать. Так, тут у нас доклад о растении 42, и вот растение 42, это у нас босс этой игры. Поэтому вот. И вот, вот, ребятушки, чтобы ослабить босса, вот, вам нужно создать специальный химикат под названием Вэшок. Вот. Так, тут у нас зомбак. Так, так, все, этот готов, похоже. Вот. Так, ага, тут еще патроны для пистолета. Значит, все. Здесь можно пока... О, кстати, вот там, где мы нашли карту, ребята, там стоят два стеллажа с книгами. Вот, но и вот за ними проход под землю. Но нам, ребятушки, пока туда не нужно. Ибо сначала нам нужно найти ключ от комнаты управления, что находится вот в том подземном ходе. Да. Так, ну что ж, дамы и господа, идемте же. Сейчас пока я решил вернуться к сейф-руму, вот, и выложить пока кое-какие предметы. Вот. Так что, ребята, пока... вот, видите, тут патрон для дробовика, я пока решил взять и вот и скомбинировать, чтобы они не занимали слишком много места. Так, окей, все. Патроны для дробовика выложили, и вот теперь сейчас мы пойдем в ту комнату, вот, вот здесь вот. Вот здесь мы стопудово пока еще не были. Да. Так, тут у нас двое зомбаков, ребят. Вот. Вот так, все, этот еще скопытился. Так, ну тут, ребятушки, еще один. Все, это и этот скопытился. Персонаж автоматически не целится, значит все, зомбак готов. Вот. Но самое сложное, ребятушки, у нас будет впереди, когда вот будут другие враги. Вот когда мы вернемся в особняк, там будут еще более опасные враги, которые из-за которых, ребятушки, я не осилил игру на нормале. Да. Вот, и которые тоже могут немало здоровья вам потрепать. Так, тут ничего нет. Тут ванная наполнена мутной водой. Спустите ее. Конечно, спустите. Ибо здесь, в этой ванной, находится нужный нам ключ, без которого мы не сможем достать еще один ключ. Вот, да. Так, ключ комнаты управления. Так, ага. Я решил посмотреть, вот, может быть, найду что-нибудь необычное, но, увы, я не нашел ничего необычного. Просто ключ комнаты управления, и все. Вот. Так. Так, ну что ж, дамы и господа, я решил пойти... дальше. Вот, так, пардоньте, я не туда пошел. Так, еще в сейв-рум заглянуть. Точнее, вот зайти. Так, о, видите, ребятушки, это оповещение, вот, у меня на рабочем столе высветилось, когда я записывал эту часть. Просто понимаете, вот, когда я записывал эту часть прохождения, я еще грузил видео по Ведьмаку третьему на канал. И вот, да, ребятушки, это оповещение мне пришло о том, что... Один ютубер, на которого я подписан, вот поставил лайк поставил моему комментарию лайк под одним из видеоматериалов. И вот это лайк мне поставил Иван Фолиот, на которого я много лет уже подписан. Вот, да. Так что да, дамы и господа. Вот. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Так, ну что ж, ребята и девчата, идемте же. Так.
Вот здесь, ребята, вот, видите, два стеллажа стоят, или что это такое, я не до конца понял. И вот здесь спускаемся вниз. Ну что ж, ребятушки, как вы все заметили, у нас другая музыка заиграла. Вот, ибо вот здесь, ребятушки, вот здесь находятся, в этом секторе, вот подземно, находятся враги, которых мы ранее никогда не встречали. Да. Так, ну что ж, дамы и господа. Сейчас нам нужно передвинуть вот эти вот три ящика. Вот, чтобы... вот, создать проход, иначе мы не пройдем дальше. Да. Так, это, конечно, занудно, ребята, вот, двигать эти ящики. Но, тем не менее, ребятушки... вот, ничего не поделаешь. Вот, нам придется их отодвинуть, чтобы... продвинуться дальше. Вот, этот ящик довольно далеко стоит, ребята, но... придется немножко подвигать, чтобы пройти дальше. И вот, ибо вот именно вот в этой лаборатории, вот, точнее, вот в этом подземном секторе, там находятся корни растения 42, которые мы в следующей части, ребятушки, пойдем травить, предварительно изготовив препарат. Вот, точнее, вот химикат, который травит корни растения. Вот, называется этот химикат V-Shot. Или как по-английски, локализация V-Shot. Так, здесь у нас... вот, две зеленые травы. Вот, я решил их взять. Вот, пригодятся. Рано или поздно. Так, я решил скомбинировать, чтобы освободить немножко места. Так. Так, видите, ребятушки, сколько тут воды. Вот. Так. Вот видите, ребята, тут этот сектор заполнен водой. Да блин, да что я пройти не могу. Вот так, вот здесь, ребятушки, сейчас будет еще коротенькая катсцена, вот, на которой вот у нас появляются акулы. Я решил, ребятушки, проигнорировать этих акул. Все равно, вот, трата патронов на них бессмысленна. И вот решил, вот, зайти в эту комнату, найденным ключом. Вот, и вот здесь вот, ребят, потянуть за него. Вот, ребятушки, тут у нас рычаг, который выкачивает... и потом эти акулы будут помирать в сутках без воды. Ибо вот без воды эти акулы абсолютно беспомощные. Вот. Так что да. Вот, раздался щелчок двери напротив. И вот в этой двери, ребятушки, находится еще нужный нам ключ. Вот без которого мы не пройдем дальше. Так, сейчас сходим в это помещение. Тут у нас патронов много. Так, вот, ребятушки, я вижу две обоймы для пистолета. Вот. Так. Так, скомбинируем, дозарядим пистолет. Вот. Но, к сожалению, вот видите, вот максимальный запас... вот... максимальное количество в одном слоте патронов для пистолета, вот, 250, как вы все, наверное, заметили. Вот. Так, окей, ладно. Так, тут у нас вот ключ. Ребяточки, вот, вот ключ от спальни. Вот, где находится вот вход, альтернативный вход к растению 42. Вот. Так, видите, 003, ребят. И вот этот ключ нам нужен. Да. Так. И вот, кстати, ребятушки, когда я бежал вот до появления акул, я пробегал мимо одной двери. В той двери находятся корни растения 42.
Я решил пока их не идти туда, ибо пока нет смысла. Вот держу паре вот этот вот аквариум, и вот, а вот беспомощная акула, которая умирает в судорогах. Я решил, не буду тратить на них патроны, пойду себе дальше. Вот и все. Идемте. Так, 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 так. Вот. Что ж. Так, есть лестница, вы подниметесь наверх? Конечно, поднимемся. Ну что ж, мы с вами вот снова оказались вот на верхнем этаже. Опять мы снова в доме охраны, ну и вот оно. Да, снова наверху, ребят. Вот. Так, сейчас я, ребятушки, сразу решил пойти в то помещение, вот, и использовать ключ. Ибо вот сразу избавиться от него. Вот так. Вы использовали ключ 003. Вот, этот ключ больше не нужен. Выбросить его? Да, выбросить. Все. Больше он мне не пригодится. Вот. Так что да. Так, тут у нас... так, я решил сразу сюда сходить. Вот. Так, зомба. Чай. Так, ну-ка. Спать. Вот. Так, да блин, ничего особенного. Спать. Так. Так, все, Джилл не целится автоматически в зомба. И вот все. Значит, все, он готов. Так, все, так, 12 огненных зарядов для гранатомета. Вот. И вот они позже нам пригодятся. И вот, да. И вот когда мы в особняке уже опять вернемся в особняк, то да, там мне всяких сомнений пригодятся. Так, вот, ряд красных книг, среди них одна белая. Взять ее. Да. Вот, вышок. Вот, ребятушки, именно вот вышок, этот химикат нам предстоит создать, вот, чтобы ослабить корни растения 42. Так, все, используем книгу. Вот, да. Так, но сражаться с боссом, ребятушки, мы с вами уже будем в следующей части. Так, тут ящик стола закрыт, вы используете отмычка. Да. Поэтому вот тут у нас печатная ленточка. Вот, я решил взять ее. Вот, ибо повторюсь, пелочки, я уже на автоматизме все подбираю. Вот. Так что да. Вот сейчас, ребятушки, я решил вернуться в сейв. Вот там сохраниться и закончить пока на этом эту часть прохождения. Да. Вот самое интересное, ребятушки, у нас будет впереди. Ибо вот в следующей части прохождения у нас босс и возвращение в особняк. Вот где у нас ждут враги, которые гораздо опаснее, нежели зомби. Во-первых, они быстрые, во-вторых, они сильные и могут высоко прыгать. Да, в общем, полная жесть. Нас ждет впереди. Так. Так, вот я решил пока вот... Вот взять патроны для дробовика. Ибо вот, и вот в этой части прохождения, ребят, я впервые возьму дробовик в руки, но пока я его не использую. Вот, да. Вот тут у меня вот нету еще огненных зарядов, вот помимо тех, что я подобрал пару мгновений назад. Вот, поэтому, да, я решил вот взять вот ленту. Вот у меня уже 44 печатных ленточки. И вот мне этого больше, чем достаточно. Да. Так. Вот. Где там дробовик? Вот все, я решил взять дробовичок. Вот, ибо... Повторюсь, в следующей части у нас будет босс. Так, вот все. Так. Так, берем в руки дробовик, и на этом я пока закончу эту часть прохождения. Да. Так, еще аптечку возьму, немножко подготовлюсь к стычке с боссом. Ну что ж, дамы и господа, наверное, я пока на этом с вами попрощаюсь. С вами был, как всегда, я, Агент Фокс, и мое прохождение Resident Evil 1. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться, прокомментировать, поставить оценки и все такое прочее. В общем, ребята, идите сюда, на этом все, пока.